Почти 1,5 миллиарда рублей добавят в этом году на реализацию национального проекта здравоохранения в Новосибирской области. Ключевых направлений несколько. Это и борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также подготовка медицинских кадров. В прошлом году расходы на нацпроект составили почти 5 миллиардов рублей. В этом году сумма увеличена до 6 миллиардов 400 миллионов рублей. В частности, будут открыты 3 центра амбулаторной онкологической помощи, для которых закупят больше сотни единиц современного оборудования. Серьезные перемены ждут и областную сферу подготовки среднего персонала. Медицинские колледжи увеличат прием учащихся до 1200 человек, сейчас на 150 меньше. В 2020 году, в соответствии с поручением президента, там, где есть дефицит кадров среднего медицинского персонала, необходимо было увеличить на 30% количество поступающих в медицинские учреждения среднего звена. В соответствии с этим мы посчитали нашу потребность и приняли решение увеличить прием в 2020 году на новый учебный год плюс 150 человек в течение 4 лет. При таком объеме дополнительного вливания мы полностью закроем потребность в среднем медперсонале.